17 марта 2024 год и написал сегодня специально афоризм по поводу так называемых выборов сегодняшних в так называемой Российской Федерации, так называемого президента. Выборы в РФ 2024. Раб на галерах на всякий случай решил приковаться цепями. Написал, соответственно, сегодня, 17 марта 2024 года. Но больше мне нравится не этот ситуативный афоризм, а тоже про это. Вот же, краб, я пахал, как краб на галерах. Помните такое высказывание там, Моли Плешивой? Он 12 июня 2014 года, 10 лет назад, да, на день независимости России. Вообще, день независимости России, кстати, праздник. Так вот, 12 июня 2014 года я написал: некоторые, даже будучи рабом на галерах, умудряются грести под себя. И чуть позже был чуть более слабый афоризм: Россия — это когда раб на галерах гребет под себя, даже когда уже под себя ходит. Когда там у нас гонка на лафетах, кстати, надо поинтересоваться. Выборы в России — это когда ослы ставят не на ту лошадь. Если у меня еще такой афоризм, по-моему, тоже очень актуальный на нынешний день. Да, ну и еще сегодня написал афоризм, сентенцию: молитва — это древнейшая рекламация производителю. Россиянам рекомендую приступать к молитвам. Карфаген должен быть разрушен и будет разрушен. КРФ-аген. Never again.